Сегодня у меня на помывке коляска из Pirasonic. Коляска 2020 года. У этой модели снимается полностью весь текстиль с рамы. Можно его снимать, можно мыть на раме. Я мою на раме, честно говоря, особо не заморачиваюсь, потому что все хорошо отмывается, отстирывается сильно. Она не загваздана, поэтому как бы смысла не вижу полностью демонтировать все. Как снимается текстиль, видео в профиле в IGTV у меня есть. Я уже сняла верхнюю часть, это именно капюшон, плюс вот эта секция, которая спереди, она тоже уже снята отдельно. Вот сейчас все это дело помою на раме и сниму колесики, потом все это смажу, но это покажу уже отдельно. Видео с промежуточным результатом. Помыла колясочку, текстиль прямо на раме, повторюсь. Здесь сняла колесики, промыла полностью все стыки. То есть, куда у нас будут вставляться штыри, сами штыри. Потом это все дело будет смазываться отдельно. Вот, как видите, коляска пользовалась сколько там, 2,5 месяца. Все прям в отличном состоянии. Колеса не ушатанные, прям аккуратненькие. Вот так вот видно, вот хорошо. Ничего не стерто. Полиуретан хороший, качественный. Когда мыла корзину, сразу говорю, отстегивала вот здесь вот кнопочки для того, чтобы весь песочек выходил не через вот эти сетки, которые идут в корзинке, а просто прям все стекало. Ну, вдруг там какой-то еще дополнительный крупный мусор, который я не заметила. Все это дело смывается, потом все обратно пристегнула. Вот. Коляска сушу я обычно в сложенном виде, с нее так быстрее все стекает. Верхний текстиль подсыхает, и потом раскладываю, она досыхает. Вот. Что касается капюшона, то большая часть уже ушла сушиться. А вот на вот этой части хочу сказать, что для того, чтобы намочить вообще капюшон, очень много времени уходит, потому что здесь такая пропитка, что просто намочить коляску практически нереально. То есть там, мне кажется, даже дождевик практически не нужен, если вы идете там, ну, перебежками, да, под дождем от пункта А до пункта Б бегом. Если вы выходите гулять длительно, то да, конечно, дождевик нужен. А так, прям, реально, я устала, пока мочила просто эту ткань. Вот, все помыла. Тора сейчас идет сушиться. Ну что, прошло 16 часов, коляска высохла полностью, при том, что сохла она у меня дома. А, здесь все подсохло, все замечательно. Коляску я буду отправлять в другой город, поэтому я упаковала уже капюшон. Все здесь, как видите, в идеальном состоянии. Мне тут кот помогает мне, поэтому не обращайте внимания. Так, по колесам сразу покажу, расскажу, что где смазывается. Сюда я советую ставить уплотнительную резинку. Здесь сейчас ее нет. Какая и как ставится, у меня есть видео в IGTV, посмотрите. Вот, смазываем вот эту часть колеса силиконовой смазкой, вот эту пружину, при том, что не саму вот эту пружинку, а внутри вот этот механизм, который будет гулять у вас от перемещения по неровностям. И, соответственно, стык вот здесь колеса, где вот эта металлическая штукенция. То есть вот сюда заливаем, запшикиваем. Это все делается с двух сторон. Обязательно. После каждой помывки. Значит, по вот этой части. Здесь тоже можно поставить уплотнитель. Она будет держать колесо плотнее, если это необходимо, конечно. Вообще не обязательно. Пропшикивается сам вот этот штифт. И давайте я сейчас сложу коляску. Покажу, так нагляднее будет. И вот эта часть. При том, что у коляски, напомню, ручной тормоз. И штучка, которая блокирует колесо, выглядит вот так. Это такая вот маленькая кнопочка. И ее тоже пропшикиваете, чтобы у вас нигде не, потом не застопорил тормоз. Потом заливаем силиконовую смазку сюда. И, собственно, все. Тут у нас остаются передние колеса. На передних колесах все попроще. Здесь она заливается вот сюда. Все, коляска будет у вас готова к эксплуатации. Как видите, за 2,5 месяца у меня вообще ничего не случилось, она красотка. Все, надеюсь, помогла вам помыть и собрать коляску заново.